не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Что делать, такова историческая судьба нашей России. Нам остается только жить в этой новой России, в новой родине, работать на благо ее, любить и защищать ее от агрессоров, если это случится. Удалось это. Конечно, как сказал. Да. Человеку ему уже где-то 80. Братья и сестры, сегодня мы празднуем 64-ю годовщину Великой Победы. С каждым годом все меньше и меньше остается в живых дорогих ветеранов. Большинство из них уже с неба смотрят на своих потомков. Некоторые из них похоронены в этой братской могиле. Они погибли, чтобы мы могли спокойно жить, радоваться весеннему солнцу, мирно расти детей, работать на своей родной земле. Мы никогда до конца не сможем понять наших ветеранов, потому что мы другие. Мы не видели такого горя, какое пережили они. Мы выросли в мирное время. В то же время мы не можем забывать наши трагические и славные истории. Мы не имеем права попирать память погибших воинов, пусть даже незнакомых, но все же наших родных русских солдат. На нас и на наших детях лежит огромная ответственность за судьбу России. Мы должны постараться быть достойными звания народа-победителя, народа-освободителя, народа-миротворца. Это был победный день, солдат. По всем путям прошли России. За годом дождь, поезд не нашли, один лесной. Планете вернули тишину. Вам поклон, солдаты. Скажите, как вам? Все хорошо.